когда, например, бизнес не пошел. Самая большая проблема в бизнесе – это когда то, что ты делаешь, никому не надо. Угу. Да? Ты создал что-то, но весь фидбэк, что это не нужно. Нету конверсии, все плохо, все показатели продаж нет. Что это значит? Ну, что это значит? Это да, это может значить либо то, что продолжаем дальше, все мудаки. Сейчас мы расскажем, что это хорошо, либо то, что нужно просто поменять модель. Люди вот такому событию дают очень большое значение. Обычно говорят, что я не предприниматель, угу. я плохой, я недостаточно хорош. Да? Часто люди ставят крест. Угу. Самое страшное, да? Все, я попробовал, это не мое, все. Да. На самом деле, если посмотришь все предпринимательские истории в деталях, у всех гигантские фейлы. Но просто они, единственная разница, они крест не поставили. Да? Просто крест не поставили, потому что что такое, если ты запустил бизнес, ты все сделал, собрал комбинацию, вышел, создал продукт, вышел с продуктом, и он оказался невостребованным и бизнесом, ну, по разным очень причинам. Да? Это на самом деле ничего не значит. Я не знаю, вот я много инвестиций делаю в людей, у которых до этого была неудача. Потому что наоборот, человек мобилизируется и идет дальше. Да? Угу. Это очень хорошо. Очень хорошее качество. Из-за этого вот эти значения, которые мы даем определенным событиям, их можно. Это тоже решение. На что мы фокусируемся? Решение. Какое значение мы даем любому событию? Это тоже решение. Угу. Да? Соответственно. В какой-то момент вот эта история Лэнс Армстронг меня очень замотивировала. Потому что в декабре, когда у нас рубль обесценился в два раза, опять, ну это была катастрофа. Во всех моих бизнесах были вот просто, ну там, новостной поток, это было вообще, да. И, ну я в этот момент вот вспомнил эту историю и понял, что это шанс. Это, представляешь себе, какие крутые предприниматели, которые в этой ситуации начинают, это шанс стать героем, да, угу. По сути, да. На самом деле, я когда-нибудь подниму статистику всех людей, кто начал бизнес в декабре 2015 года, и вручу им приз просто. Потому что это герои. Потому что каждый человек может начинать бизнес в таком настроении, как было в ноябре 2007 года. Да? Да. А начинать бизнес в декабре 2015 года – это вот люди, которые просто либо вынуждены… Либо они были не в курсе, что все плохо, не знали, что курс упал. Вынуждены, часто уволенные, да, и так далее.